не только Байкал страдает от сточных вод. Единственная река, которая вытекает из озера, также оказалась в незавидном положении. В Усольском районе нефтяная линза объемом более 14 тысяч кубических метров загрязняет Ангару. Причина – бывшее соляное предприятие, а точнее его отходы. Еще 2 года назад природоохранная прокуратура проводила проверку. По ее итогам было установлено, что виной всему стал трубопровод, построенный еще в прошлом веке. Вот только ответственности за его состояние сейчас никто не несет. В итоге отравляющие вещества попадают в Сибирскую реку. Сейчас проблема в стадии решения. В прошлом году из местного бюджета было выделено порядка 1,5 миллиона рублей на изыскательные работы по обследованию территории. Обследование проведено, дано заключение. Мы знаем, так сказать, масштабы данного загрязнения. Мы знаем предварительно уже объемы и те рекомендации, которые нам последовали, мы также учли. С нашей стороны написано было письмо в Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области. И просим их подать заявку включение в федеральную нашу программу. Но вначале нужно войти в Гранвоз и, скажем так, подтвердить статус территории наиболее опасного загрязнения, которое имеется в этом месте. Министерство природных ресурсов письмо получило, но ответа пока нет. Ранее от них поступили 2 предложения по ликвидации экологической проблемы. Одно из них – выкопать нефтяную линзу, продезинфицировать участок и засыпать новым грунтом. Второе – оградить бетонным забором радиус линзы и создать отводы для нефтеотходов, которые затем будут собирать и утилизировать. Окончательное решение будет принято после согласования на уровне федерации.